Итак, как же применить цветовые пресеты? Открываем программу Premiere Pro любой версии. Добавляем на таймлайн ваше видео. Скачиваем по ссылке в описании 30 пресетов. Переходим во вкладку «Цвет». Выделяем ваше видео. В появившемся окне «Базовая цветокоррекция» выбираем «Обзор» и выбираем те пресеты, которые вы скачали. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока!